Испанский дом моды Леви оказался в центре скандала. Поводом стало создание костюма, который напоминал униформу узников нацистских концлагерей во времена Второй мировой войны. Новая капсульная коллекция бренда была посвящена Уильяму де Моргану, английскому керамисту и представителю художественного движения искусств и ремесел. В линейку вошел костюм с характерными вертикальными полосками. Когда снимки костюма появились в британской версии журнала Vogue, то в адрес бренда посыпались первые критические отзывы. Компания решила извиниться только после того, когда о костюме написал инстаграм-канал Diet Prada, который специализируется на модных разоблачениях. После этого продажи костюма были прекращены, а его изображения удалены с официального сайта. В компании заверили, что сходство было случайным. Это совершенно не входило в наши намерения. Мы приносим извинения всем, кто мог подумать, что мы оскорбили священную память, говорится в официальном заявлении бренда. Звезды тоже попадают в модные скандалы. Дженнифер Лоуренс вновь снялась для Dior, несмотря на скандал. Дёмна Гвасалия после скандала с Собчак и Бузовой решил покинуть бренд Витимо. Скандал вынудил Ким Кардашьян сменить название своего бренда нижнего белья.